друзья. Это Краснодар. Сегодня у нас 15 апреля 2019 года. И сегодня я вам в своем видео покажу знаменитый парк Галицкого. Или Галицкого. Который так и называется Краснодар. Пахнет травой, свежескошенной. Такие свежие, красивые. Ага. Да. Ветер только, конечно. Это просто потасовка. Где-нибудь взять и это что, подсветка, да, наверное? Да, подсветка. Точно. Угу. Вон он фонтан. Вот в этих же дома были, парк рядом. Да, да. Ходи вечером гуляй. Вон как эти цветы, смотри. Ага. Снеговики.
как дерево сделано. Да. Скамейки. Когда оно распустится, будет синдово. Там тоже что-то. Вот это вот тоже интересно. Во, а, тут будет это. Везде идет подготовка к сезону. Ну да. Вот можно сидеть возле фонтана. Uh-huh. И такие лежаки сделаны. Сейчас пойдем на смотровую горку. Здесь есть смотровая горка. Деревья недавно привезли, посадили, вот эти, не было их. Это вот новые, мы ходим, это третья очередь называется. Uh-huh. Вот эти деревья уже готовы, видишь, их специально посадили, этого не было, мы не видели. Все вот это новое. Ага. Где мы идем? Так это вообще какой-то... Это вообще какая-то не... ель экзотическая. Вообще, да. Откуда-то привезли во фильм. Такую я вообще сам ни разу не видел никогда. Колючая? Да, какая-то экзотическая. А пахнет травой. Хорошо, пришел и бегает. Идем по лучшему парку Европы и Европы России. И России. О, это шпалеры, да. Называются. Когда вот так вот формируются. Да, формируются. А это вот освещение. Угу. Тут еще много чего. Вот это вот деревья. Да, вот ветер прекратился. А как там рассказывает интернет,
парк занимает 22,7 гектара площадь его. Из них 13,2 это зеленая зона. Разработкой проекта занималась лучшая немецкая фирма. Спина какая? Ну, они бывают вот так вот в плоскости делаются, а тут вот интересно то, что они вот... Да, крона с навесом. Да. Естественный навес. Угу. Естественный навес, а... Это место... Работают не иностранцы. Ну, а что? Почему наши люди работать не любят? Все же по проекту делается, все плиточка выкладывается. Угу. Мы сейчас вон туда подойдем, там горная гладь. Да. Парку в Симферополе. Угу. Вот так сделана стена. Да. Вот так сделано. Сейчас. Никита бегал так. Там, угу. Вот деревья, смотри, ни одно не это. Все разные.
буквально все разные. И все цветут по-разному. Особенно вот подстрижены так красиво. Это надо так подстричь. Вот они, так шпалеры. Вот это вот все будет подниматься, угу. И все заплетет. Да. Видишь, все заплетет, и это будет одна сплошная стена. Это же вот третья очередь, новая. Одна сплошная стена будет. Зеленая. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Видишь, как? Вот такую походили на растяжку. Да. Чтобы она укрепилась. Хорошо. Корни даст укрепиться. А газон-то, газон. Там да, даже... вот тоже интересное дерево. Да. Все, все разные. И то разное, и это разное. Но это разновидность туи, по-моему. Да, вот для детей скалодром. Скалодром. А там, да, пойдем. Давай. Посмотрим. Ну да. Баскетбольное кольцо. Пойдем так вот. А теннисные столы, причем такие добротные, каменные. Велодром. Да, вообще, конечно. И никого нету. Ну, понедельник, Саша. Ну, так все равно, мало ли. Скоро лето будет, тут будет кишеть народ. Все сюда едут. С детьми, с колясками, с чем только. Вот тоже детская площадка. Своеобразная, с песочком. Никита, возьми меня с собой туда. Я хочу там полазить. Ну, говорю, холодно, Никита. С мамой поедешь потом. А ну, еще так. Что? Вот такая штучка. Да, это же это, вот. Давай, 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 крути. А, да, да, да. Во-во-во. Да.
какая красота. Вон вода, видишь? Откуда бьет. Да. Надо так вот этими кольцами. О, каскад, смотри. Здорово. Да. Запруды делать так. Запруды делать. Да. Вообще классно. А это что? А? А вот нажми его, нет? Не качает? Он пока, видимо, не работает. Да, ну тут надо, да, долго. Ну, для этого, для зарядки. Ну да, да, да. Какая красота. Это мы еще, вот третью очередь. Еще сейчас, сейчас будет вторая, а потом первая. Угу. Очередь. Которые живут здесь рядом. Это не мы, экскурсанты. Ну да. Здесь жить надо. Чтобы этим наслаждаться, надо. Конечно, жить. Да. Рядом. Рядом тут на газонах люди валяются, отдыхают. Таблички такие стоят. Разрешается. Лежать на газоне, написано было. Разрешается лежать. Красная травка. Где-то театр еще есть. Да, 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 есть. Мы к нему идем. Амфитеатр там. Футбольный матч. Матч. Показывают и сидеть смотреть. По лестнице? Ага, вверх пойдем. Сверху будем смотреть. Тут всякие еще игры будут. Там колокольчики, звонится. Угу. Тут все есть. Охрана вот ездит на этих машинах. Рабочие. Рабочие.
горка. Ну это, кстати, тоже как бы смотровая горка. Это вот стекло, чтобы ты не упал. И водная преграда, видишь? Вода. Вот играть. Игровая зона. Ага. Сейчас мы сюда пойдем. Да-да. Вот там спустимся. Нет, это смотрели. Как-нибудь летом Машу привезешь. Машине. Сейчас, сейчас. Я сейчас прервусь, чтобы слишком длинное видео не было. Продолжение прогулки по парку Галицкого. Это парк Краснодар. Смотрите в продолжении моего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.